Софиша подошла понюхать. Но ничего не спасало Морфа. Он как-то сам понимал, что и как. Мне не понравилось иметь бабочек. Больше негатива, чем позитива. Выбросить в мусорку, хранить трупы в виде чучел своих питомцев. Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои самые разные питомцы, и я немного приболела, ребят, поэтому гнусавлю, мне не очень хорошо, и это ужасно, я бы сказала, странно болеть, когда на дворе тепло, весна, но что случилось, то случилось, и сегодня, скорее всего, будет последнее видео о бабочках, потому что они все, к сожалению, умерли. Я сейчас вам все покажу и подробно расскажу. Все-таки где-то я была в душе к этому уже готова. А вы подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать самые новые ролики о нашей жизни с питомцами. И ставьте лайк этому видео, если ждете уже наших эпичных весенних и летних влогов. Ну а если вы ждете что-то другое и хотите какое-то другое видео, то обязательно напишите свое предложение в комментариях. Когда 5 мая у меня была фан-встреча в Москве, кстати, кто не успел, не пришел по каким-то причинам, мы еще с вами можем в Москве увидеться 2 июня. Я подробно расскажу, где и как это будет, либо в ближайших роликах, либо в инстаграмах. Ко мне подошла девочка и тоже сказала, что у нее были бабочки, они все умерли, и это очень тяжело, что они умирают, и переживать вот эту вот смерть питомца, даже такого маленького, даже который так недолго живет, ты все равно к нему привязываешься. И я скажу честно, для меня это тоже было тяжело. Несмотря на то, что вроде как это просто бабочки, как бы для кого-то это обычные насекомые, ничего особенного, но видеть, как она слабеет, как ей становится тяжело, как она ломает потихоньку крылышки со временем, у некоторых бабочек такое будет, я сейчас вам покажу, что случилось с Морфа, он просто в жутком состоянии, и объясню почему. Даже когда ты знаешь, когда ты готов, что да, это произойдет, да, бабочки живут недолго, я знаю, и я готов смотреть смерть каждой из них, но... Вот когда это начало происходить, мне было на самом деле все-таки трудно. И я честно скажу, я вряд ли когда-либо еще заведу бабочек, потому что вот этот подарок, он был прикольный, мне было интересно наблюдать, особенно за их рождением, как они рождаются, живут, потом летают по комнате, но когда они начинают умирать, это трудно. Так что я вряд ли когда-либо повторю этот опыт, поэтому вы тоже должны быть к этому готовы, я просто хочу вас предупредить. Вот из моих 4 бабочек, которые выжили, которые родились нормальными, все у них было хорошо, они жили все примерно где-то 10-12 дней, плюс-минус. И я ни разу не видела вот прям своими глазами саму смерть, как бабочка умирает. То есть это происходило либо ночью, когда я спала, либо это происходило, когда меня не было, и я уже находила мертвую бабочку. В эту комнату, где они жили, никто из питомцев не заходил без моего контроля, то есть никто не мог никого убить, ни кошка, ни собаки. Софиша подошла понюхать, да. Это парусник Коцебу, та самая ядовитая бабочка. Это вот бабочка-парусник Румянцева. Это бабочка-сова, которая родилась последняя. Это самая первая бабочка, которая родилась, это был Морфа. Это не вылупившиеся куколки. Кстати, мы с вами можем попробовать посмотреть, что внутри невылупившейся куколки бабочки. Мне лично это было бы интересно, не знаю, как вам, напишите в комментариях или как-то лайк поставьте, в общем, чтобы я поняла. Кстати, на моем канале Any Magic, ребята, я сняла полный обзор того самого чужого личного дневника, который мы нашли в этой заброшенной усадьбе, чтобы вы сами своими глазами могли от начала до конца все увидеть и посмотреть, и почитать. В общем, кому интересно, потом сходите и посмотрите, ссылочка будет там. Канал Magic Pet мы тоже спасли, и там тоже новое видео. Мне лично из всех бабочек в бабочкарии больше всего нравился Морфа. Да, Софиш. В первые дни он нормально себя чувствовал, летал, кушал, все хорошо, но через какие-то пару дней он почему-то начал постоянно ранить свои крылышки об разные предметы. И я пыталась его разными способами уберечь, закрывала все шторами, чтобы он как-то сидел на шторах больше, но несмотря на это, он все равно постоянно садился куда-нибудь туда, на стенку или где-нибудь, где крылышки как бы сгибались. И через время они начали у него ломаться и повреждаться.
И я, к сожалению, ничего не могла с этим поделать. Единственный вариант был закрывать его в каком-то маленьком пространстве, в мягком. Но ничего не спасало морфа, и он постоянно ломал свои крылышки. Но несмотря на это, даже с поломанными крыльями он кушал, летал. То есть он умер не из-за поврежденных крыльев, а просто из-за того, что пришел его срок. Как я сказала, все прожили примерно одинаковое количество времени, и если вот так рассуждать, то по характеру, наверное, мне больше всех понравился Коцебу. Это вот эта вот красивая черная такая вот бархатная бабочка с красным внутри крылышками, а снаружи она просто черная. Сейчас бабочки как бы подсохли, они как засушенные выглядят. Вот кто-то с закрытыми крылышками, кто-то все-таки погиб с открытыми крыльями. И вот парусник Коцебу, несмотря на то, что он был самой маленькой бабочкой, мне он больше всех понравился. Он, по мне, больше всех стремился сидеть на руках. Он больше какой-то был общительный, более мягкий, не такой резкий. А вот, например, парусник Румянцева Ева, это вот эта черно-красно-белая бабочка. Вот так вот она выглядит изнутри. А вот так вот снаружи. Что эта бабочка, что вот эта вот очень большая бабочка-сова. Они лично мне показались самыми менее общительными. То есть они так же были активны, как и все, летали по комнате, садились где-то. Тяжелее всего было кормить сову и вот парусник Румянцева Еву, потому что они были немножко, как будто даже, я бы сказала, агрессивные. Но не то чтобы агрессивные, прям такие злые, но парусник Коцебу и вот Морфа, голубая красивая очень бабочка, они были самыми такими общительными, как мне показалось, самыми добрыми такими. Вот сова, она осталась самой целой такой, практически не повредила крылья, и по мне она показалась такой самой умной в этом смысле. То есть, в отличие от остальных бабочек, кто-то все-таки все равно... Эйвен, не это. Ни разу я не видела, чтобы она села на какую-то поверхность, где она может повредить крылья. Она всегда сидела на шторах, она всегда как-то правильно все делала. Вот в этом смысле она меня радовала, что мне не пришлось переживать, что она постоянно ломает свои крылья. Кстати, проще всего кормить было именно Морфа, потому что он как-то сам понимал, что и как, и вот если ты его просто кладешь рядом там где-то с едой, он сам соображает, не зря вот даже написано в инструкциях, что если вон лапки поставить в сироп, то он уже сразу поймет, что нужно кушать. Со всеми остальными было посложнее, но в принципе никто не голодал. И если совсем честно, ребят, я скажу так, мне не понравилось иметь бабочек. Мне тяжело переживать их смерть. Мне было тяжело постоянно контролировать процесс их нахождения в комнате. Мне было очень больно наблюдать, как ломаются крылышки. И я бы сказала даже, что у меня было больше негатива, чем позитива. То есть момент, когда рождается бабочка, это очень классный момент. Но ты всегда как бы постоянно переживаешь, постоянно в ожидании, постоянно нервничаешь, что кто-то родится не таким, или что с ним что-то случится, что ты ничего не сможешь сделать. И вот эти все моменты, они очень тяжелые. Лично для меня это мое мнение. Как бы кто-то может это с легкостью переживать. Хотя это невероятно красивые создания, невероятно круто за ними наблюдать, но к тому же еще и тяжело ухаживать. Вроде как ничего особенного делать не надо, опрыскивать их в течение дня и кормить, но если, например, ты не находишься дома, ты постоянно переживаешь, что ты не побрызгал бабочку водой, нужно обязательно бежать домой и брызгать, это нужно делать 2-3 раза в день, плюс каждый день, ну или хотя бы через день ее нужно кормить сиропом. И я прекрасно понимаю, что как бы, когда у тебя много животных, это вроде как не так уж и трудно. Но мне лично было трудно с бабочками. Мне нужно постоянно бояться, что кто-то пропадет, куда-то спрячется, где-то сломает крылышко, с ним что-то случится. Они такие маленькие, нежные создания. То есть, с одной стороны, это очень красиво, это очень необычно, это очень прикольно, а с другой стороны, это... постоянное такое вот напряжение. И, если честно, я вообще не знаю, что теперь делать с ними, потому что... выбросить в мусорку их, это как-то кощунственно. Хранить их вот так, это, как по мне, хранить трупы в виде чучел своих питомцев. Это тоже как-то не очень приятно. Скорее всего, я просто сложу их вот так в коробочку и где-нибудь похороню, не знаю. За время, когда у меня были бабочки, я морально к этому уже была готова. Вот такие дела. Печальное, грустное видео сегодня
про бабочек. Надеюсь, хоть как-то вам помогла принятие решения, хотите ли вы заводить такого питомца или нет. Переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах и увидимся скоро в новых видео. Пока!